Да у меня все хорошо, мам. Я очень рада. Это кто там? Это мой друг. Помнишь, я тебе о нем рассказывала? Ты извини, я сейчас очень спешу. Все-все. Ты, главное, шапку не забудь. Ну, мам! Дочка, ты когда домой-то приедешь? Сейчас не получится, учебы много. Я так соскучилась. Приехала бы на выходные. Увиделась бы тут со всеми, сходили бы куда-нибудь, а заодно и проголосовали бы всей семьей. Да я тут проголосую. Я же могу зарегистрироваться на портале госуслуг. Или пойду в МФЦ и там оставлю заявление, и выберу удобный для себя участок. Никак не привыкну к тому, что ты у меня уж такая самостоятельная. 18 марта. Выборы президента Российской Федерации.